Дайте мне ваши руки. Дайте руки. Где похоронена? Что? Повторяю вопрос. Вы похоронили жену. Где именно? Что? Что вы хотите? Где? В джунглях. Рядом с шаром, в джунглях. Как глубоко? Какой глубины могила? Я не понимаю. Глубокая? Сколько лопат земли? Вы руками рыли? Сколько это заняло времени? Не помню. Должны были запомнить. Должны были запомнить глубину. Запомнить каждую лопату, каждый момент. Запомнить, как обхватили ее тело и опустили вниз. Вы запомнили бы это, если бы хоронили любимую женщину. Вы бы запомнили, будь это правдой. Вы кого-то любили. Вы потеряли кого-то на острове. Вы тоже кого-то лишились. Что с ней произошло? Несчастный случай. Та женщина, которая ее убила, приняла ее за другого. За того, кто хотел на нее напасть. За кого-то вроде вас! Нет, нет. Это ошибка. Я тут ни при чем. Причинив мне боль, вы ее не вернете. Ты знаешь о моей потере. Говори правду! Говори, кто ты! Нет! Нет! Помогите! Хватит! Помогите! Не надо! Прав, пожалуйста! Я хочу слышать правду! Саид! Говори, не надо! Саид! Говори. Джек! Говори! Открой дверь! Открой дверь! Джек, это должно было... Открой эту чертову дверь, понял? Открой сейчас же! Нет! Открой! Скажи то, что я уже знаю! Говори! Что вы хотите услышать? Я сделаю все, что вы скажете, только, пожалуйста, не бейте! Я хочу, чтобы ты сказал правду! Открой дверь! Отпусти меня, Джек! Но нет! Хочешь нажать кнопку? Немедленно открой. Мне нужна правда. Меньше минуты, Джон. Думай скорее. Говори. Ты не можешь. Что? Говори. Что я не могу? Но ведь мы... Все равно узнаю. Ты же рискуешь жизни людей. Однажды ты уговорил меня нажать кнопку, Джон. Твоя очередь решать. Рискуешь людьми ты, а не я, понял? Говори. А я считаю, что когда истечет время, ничего не случится. Джек! Ты хотел знать, что будет? Вот сейчас увидим, что будет. Сколько вас? Кто вы? Кто вы? Говори! Я отвечаю, кто вы такой? Ну хорошо, ладно. Направо 15, налево... За дурака меня принимаешь? Открывай! Остановись! Скажу! Он врет! Он все врет! Все, хватит!